Вот уже пятый год хозяйка гостиницы радует астраханских зрителей. Комедия, поставленная по произведению «Трактирщица» Карла Гальдони, собирает практически полный зал. Почему, расскажет Александра Вострикова. Он враг женщин, он их, видите ли, ненавидит. Ну уж нет. Я постараюсь пустить в ход все свое обаяние, все свое достоинство, чтобы наказать, сокрушить гордеца, гордеца с каменным сердцем, который ненавидит нас. Нас, то лучшее, что создала на свет прекрасная мать природа. Главную героиню Мирандолину в спектакле сыграла Виолетта Власенко. На сцене драматического театра актриса уже более 15 лет. Сегодня она в образе хитрой женщины, которая пытается манипулировать мужчинами. В ход идут все женские уловки, однако ее главной целью становится женоненавистник кавалер Рипофата. Своей героине актриса симпатизирует и отмечает, что каждый раз на сцене Мирандолина разная. А насчет вживания в образ... Вопрос без комментариев, потому что это все очень лично для артиста, вот, очень индивидуально, и все это происходит не всегда одинаково, это всегда по-разному. Сегодня у меня такое настроение, завтра у меня такое настроение, и Мирандолина всегда разная, она не бывает одинаковой. Баклава, она не это, и не то. Вот я лично всегда считал, что баба для мужчины – это напасть. В роли кавалера Рипофата выступил Игорь Вакулин. Как считает актер, его герой к женщинам не относится с ненавистью. Для себя его поведение он оправдывает тем, что, возможно, в прошлом он пережил неприятную любовную историю. Несмотря на то, что спектакль живет в стенах драмтеатра вот уже пятый сезон, на этот раз почти полный зал. Что я могу сказать об этом спектакле, что мне один из самых, наверное, сейчас на сегодняшний день любимых мною спектаклей в репертуаре, потому что в нем для меня сходится главное, играют все мои друзья, играют радостно, играют искристо, очень легкая тема, любовь, комедия, легко, светлая, с хорошим финалом добрым. Александра Вострикова, Тимофей Кухарчук, новости РЕН-ТВ, Астрахань.